Значит, я сейчас зачитаю постановление, вот это оригинал. Постановление 14 марта 2012 года, город Москва. Мировой судья судебного участка номер 366 района Хамовники города Москва Демидова И.Ю., рассмотрев дело об административном правонарушении номер 5-98/12 по статье 20.25 части 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Мавроди Сергея Пантелеевича. 11 августа 1955 года рождения, уроженца города Москвы, зарегистрирован по адресу, значит, к административной ответственности в 2012 году не привлекавшийся, установил в отношении Мавроди Сергея Пантелеевича Хамовническом РОСП УФСП России по городу Москве составлен протокол номер 18 от 12 марта 2012 года об административном правонарушении в том, что он не оплатил административный штраф в размере 1000 рублей, назначенный 20 октября 2011 года постановлением судебного пристава исполнителя Хамовнического РОСП УФСП России по городу Москве по материалам исполненного производства номер 263-67/10-07 о взыскании с Мавроди СП в пользу Глущенко Юрия Григорьевича денежных средств. Срок, предусмотренный в части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть в совершении административного правонарушения, предусмотренного в части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии со статьей 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Гражданин Мавроди СП, виновным себя в судебном заседании, признал полностью, пояснил, что административный штраф в размере 1000 рублей он действительно не оплатил в силу своей неплатежеспособности и большого количества долгов. Виновность Мавроди Сергея Пантелеевича не вызывает сомнений и подтверждается протоколом административного правонарушения. Требования от 18 октября 2011 года. Копию постановления судебного пристава исполнителя Хамовнического РОСП УФСП России по Москве от 20 октября 2011 года о наложении штрафа и другими материалами дела. Из материалов дела следует, что постановление о наложении штрафа было поручено лично следовательно, было вручено лично Мавроди. Следовательно, вышеуказанное постановление вступило в силу, в законную силу 6 декабря 2011 года. Доказательства уплаты штрафа Мавроди суду не предоставлено, штрафы не оплачены до настоящего времени. Таким образом, вина Мавроди Сергея Пантелеевича в неоплате административного штрафа срок предусмотрен в части 1 статьи 32.2 Кодекса установлена и подтверждена материалом административного дела. При назначении наказания, учитывая опасность содеянного, данные о личности Мавроди СП, который в 2012 году к административной ответственности не привлекался, судья считает, что наказание должно быть назначено в виде административного ареста. Учитывая изложенное руководство с главой 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановил признать Мавроди Сергея Пантелеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного в части 1 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток. Срок наказания исчислять 16 часов 55 минут 14 марта 2012 года. Постановление может быть обжаловано в Хамовнический районный суд города Москвы в течение 10 суток со дня вручения копии постановления. Исполнение настоящего постановления возложить на ОВД района Хамовника города Москвы. Мировой судья И.Ю. Демидова. Значит, внимание, ввиду того, что вот я сейчас зачитал постановление, и введен режим спокойствия, значит, всем руководителям по иерархии сообщить своим подчиняющимся руководителям о введении режима спокойствия. Соответственно, ведите себя спокойно, все нормально. Правила специально создавались для этих случаев. Этот случай произошел. Будем разбираться, недоразумение это или что. Сергея Пантелеевича арестовали на 5 суток вот, в связи с этим. Значит, завтра мы будем организовывать пикеты. Вот, в районе Хамовнического суда, наверное, еще тогда. Никаких самостоятельных, значит, не принимать решений. Только согласно и
значит, все официально действовать. Так, ну все, пока.